во мне. Мы танцуем на столах субботнюю ночь. Мы старики, и мы не можем помочь. Но мы никому не хотим мешать. Дайте счет в Сбергассе, мы умчимся прочь. Я куплю себе арп и драм-машин и буду писаться совсем один. С двумя-тремя друзьями мирно до самых седин. Если б вы знали, как мне надоел скандал, я готов уйти. Эй, кто здесь претендует на мой пьедестал? Где там молодая шпана, что сотрет нас с лица земли? Где там молодая шпана, что сотрет нас с лица земли? Где там молодая шпана, что сотрет нас с лица земли? Хочется спать, но некуда лечь. У меня не осталось почти ни... Приветствую вас, друзья, не друзья. Это The Door Brothers. Компания, которая создана братьями из Берлина. И эти немцы с помощью нейросетей лепят вот такие, я не побоюсь этого слова, шедевры. В основном на политическую тему у них персонажи. Я вот выкладывал до этого ролик, который был вдохновлен фильмом Стэнли Кубрика с широко закрытыми глазами. Там тот же набор персонажей. Обама, Трамп, Путин. Конечно, не обошлось и с восточных лидеров. Здесь даже не сколько концепт нравится, сколько исполнение. То есть не что, а как. Ну, красиво очень сделано. Ну, как по мне. Coffee time. My dreamy friend, it's coffee time.